Курочка получается очень нежной. Несмотря на то, что я добавила довольно большое количество чеснока, блюдо получилось совсем не острым. Резкий запах в нем отсутствует. Зато, благодаря чесноку и свежей зелени, соус из сметаны получается очень вкусным и насыщенным. Готовить можно из любых частей курицы. Я взяла бедрышки без костей. Что нам потребуется? Курица, мука, чеснок, укроп, зеленый лук, сметана, соль и черный молотый перец. Очищенные зубчики чеснока разрезаем вдоль на 2-3 части, в зависимости от размера. А потом немного расплющиваем лезвием ножа. Зеленый лук нарезаем колечками. Укроп мелко рубим. Курицу нарезаем довольно крупными кусками. Кладем в миску. Насыпаем муку. Перемешиваем, чтобы все кусочки курицы покрылись мукой. Обжариваем в нагретом масле на сковороде. Если у вас кусочки курицы с кожей, как у меня, то кладите сначала кожей вниз. Когда образуется корочка, переворачиваем и жарим на второй стороне тоже до корочки. Кладем в сковороду чеснок и лук. Жарим все вместе, помешивая 2-3 минуты. Затем нагрев убавляем, вливаем в сковородку 1 стакан горячей воды. Солим и перчим. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне 30 минут. Кладем сметану. И укроп. Снова накрываем крышкой и готовим еще 5 минут. И вот наша курочка в сметане готова. Приятного вам аппетита!